8 марта омские ветераны боевых действий провели автопробег в поддержку российской спецоперации на Украине. Организаторами акции выступил Центр патриотического воспитания молодежи при поддержке Министерства спорта Омской области. Свою солидарность с российской армией и жителями Донбасса выразили представители общественных организаций «Офицеры России», «Боевое братство», «Волонтерская рота боевого братства», а также военнослужащие мобилизационного резерва. Мы демонстрируем свое единство в поддержке решения нашего главнокомандующего о проведении специальной операции. И здесь хотелось бы поддержать тех русских людей, которые на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики в течение 8 лет как бы подвергались постоянным бомбежкам, нападениям. И хотелось бы высказать свою поддержку. Сегодня мы с моими товарищами, соратниками решили провести очередную акцию в поддержку наших военнослужащих. За моей спиной находятся ветераны боевых действий 1-я, 2-я чеченской компании, которые знают, что такое поддержка именно народа, поддержка тыла, так скажем. Поэтому это очень важно морально для наших парней. Поэтому мы здесь. Автоколонна из 30 машин с флагами и символикой Российской Федерации, Вооруженных сил и Республик Донбасса стартовала на площади перед строящейся ареной и проехала по улицам Красный Путь, Ленина и Иртышской набережной. Проезжающие мимо водители сигналили в поддержку такой акции.